Всем привет! В сегодняшнем видео приготовим гранатовую настойку. Если хотите, настойку из граната. Что нам понадобится? 2-3 граната, водка, либо самогон, спирт 45 градусов, сахар 250 грамм и цедра одного лимона. Поехали! Очистим гранат, достанем из него косточки. Так, ну что, гранаты я очистил, косточки пересыпал в банку. Теперь их нужно размять. Так, размяли. Берем водку и заливаем. Так, берем цедру. И вносим цедру. Перемешиваем. Оставляем настаиваться 16-20 дней, где-то так. Потом будем вносить сахар. Пока все. Снова здравствуйте. Прошло 3 недели, пора нашу будущую настойку отфильтровать и добавить сахарный сироп. Приступим. Thank you.
Все, теперь добавим сахарный сироп. Для приготовления сиропа нужно растворить в небольшом количестве воды 250 грамм сахара, довести до кипения и проварить несколько минут, чтобы сахар полностью растворился. Сироп готов. Переливаем его в емкость с нашим будущим настоем. И оставляем еще на неделю в холодильнике. Потом будем пробовать. Так, ребята, прошла неделя. По прошествии 2 дней в холодильнике в банке образовался небольшой осадок, поэтому с помощью трубочки от капельницы я перелил настойку из банки в бутылку, чтобы не зацепить осадок. Поэтому так, пробуем. Зашибись. Кстати, должен получиться интересный коктейль из настойки шампанского. Я думаю, пропорции где-то 1:3. Сделаю, попробую, если понравится, запишу видос. Все, всем пока. Еще чуть-чуть. И помните, жизнь слишком коротка, чтобы пить плохой алкоголь.